Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова, и я представляю свой канал «Здорово с нами». И сейчас мы с вами будем говорить о касторовом масле и соде. Вместе смешиваем смесь. Для чего мы ее используем, сначала скажу. Когда мы вместе ее используем, очень хорошо она работает с кожей, с пигментными пятнами. Можно на лицо наносить, можно на руку наносить, можно оставлять на ночь, одевать перчаточки. Очень хорошо работать с пятками. То есть у нас идет и ощелачивающий, и очищающий, и противопигментный, и ранозаживляющий эффект. Что для этого нужно? Как мы это делаем? Вот мы берем столовую ложку касторового масла. У нас индийское касторовое масло. Оно есть у нас в нашем магазине. Вот добавили, да? Теперь добавляем сюда такое же количество соды. И равномерно это все размешиваем. Один к одному практически. И вот это вот размешали. Получается такая густая штука. Вот. Его не надо хранить. Вы его делаете и сразу используете. Если вам нужно больше, делайте больше. Кто-то меня спрашивал, можно ли это наносить на волосы. Можно, но потом будет очень тяжело смывать. Лучше использовать в других масках касторку, но не соду. И вот вы теперь берете, например, да, и наносите прям вот на кожу. Очень приятное такое ощущение, как отшелушивающее. И оставляете. Вот так вот это недорого. Очень просто. Самое главное, оно будет постепенно у вас отшелушивать и убирать пигментные пятна. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Будьте здоровы. Спасибо.